Три эпизода пройдены. Пора отправляться в четвертый. Мир древних. Твой оживший кошмар наяву. Окей. Кстати, если вон туда пройти, здесь будет кошмарный уровень сложности. Но я туда не пойду. Оно мне не нужно. Мне и так хватает. Так, есть кто-нибудь внизу? Есть. Вроде бы все. Ну, прыгаем. Так, вот здесь что у нас? Ага. Дом, значит, откроется. Туда пойдем. Так, золотой ключ. А, вон он, золотой ключ. Наверх надо как-то попасть. Так, наверх, наверх. Давай плыть. Куда-то же приведет. Кстати, стрелочки наверх. Откуда ты взялся? Батарея. Опять у меня патронов нету. Так, а чё если я... Блин, внизу собака. Ладно, пойдем пока что вперед. И здесь собака. Хорошо. Ключик взял. Внизу я всех завалил. Где-то еще есть. Рычит. Сверху торчит. А где? Ёб твою мать!
Это что такое? Подожди, сейчас мы разберемся. Да блин, дайте спокойно. На какую кнопку я тут тыкнул? Ёб твою мать! Я пол игры прошел, ни разу не нажимал на кнопку Q. Это, оказывается, выбор оружия. О, еще замедляется. О, жесть. Ну ладно, теперь надо запомнить. Так, вон туда наверх. Здесь должно открыться. Как туда попасть? Нигде кнопок нету. Блять, напугал. Что-то я забыл за угол заглянуть, чтобы посмотреть, кто-нибудь там есть или нет. Открыт. Все понял. Шлюз открыт. А шлюз у нас вот здесь. Сохранюсь. Где-то кто-то появился. Еще есть шлюз какой-то. Да запрыгивай. Еще ниже. Еще ниже открылось. Но сначала здесь надо сходить. Странно, он меня не видел. Вот это выход с уровня, да, получается? Так. Сохраняюсь, беру вот эту и плывем. Чё там? Я же пол уровня еще не прошел. Пойду схожу, погуляю, посмотрю, где что есть. Так, это самое начало. Вверх есть вообще. Сюда сплаваю. Так. Отсюда и не допрыгну. И здесь не выпрыгну. Могу вот так сделать. Здесь особо ничего нету.
Здесь я взял ключик. Ну и, соответственно, сюда прошел. Как же открыть вот это вот, чтобы нам туда добраться? Выплыви. Нигде ничего нету. Ладно, плывем сюда. Все ясно. Тут особо-то и негде разгуляться. Только сюда одна дорога. Ладно. Четыре секрета. Я ни один не нашел. Сохранюсь. Че, мне в эту дырку, что ли? Ничего нету. Как мне туда спрыгнуть так, чтобы меня вытолкнули? Я падал прям на балку на эту. Клетки открыты. А, вот эти, что ли, клетки? Ну, ладно. Тупик. Где-то бегал же. Вон он где ты, далеко. Да, паучиха. А что у меня есть? 7 патрончиков. Как там? Вот так. Патроны кончаются. Все, патроны кончились. Нет, не кончились. Хотя бы так. Интересно, там я вначале смогу взять или нет? Тут же больше. А, вот есть патроны, есть. И вот есть патроны. Отлично. Погнали дальше. Сохранюсь на всякий пожарный. Пойдем. Ёб твою мать, куда я попал?
Это что? Блять! Иди, дебил! Аптечка. А, вон туда хочу. Там есть это, бессмертие. Так, да ёпта, когда ты успел? Как мне тут туда допрыгнуть? Иди сюда. Все, тебе пиздец. Вот и все. Разбегался тут. Что за портал? Давай-ка соберу я все вверху. Что осталось? Патроны, дробовик, аптечка. Все. Нет, все. Не допрыгнул. Так, как мне туда допрыгнуть? Отсюда не допрыгну. Хоть, да ёпта. Должен я допрыгнуть. О! Вот так-то лучше. Так, сохранюсь. Это я в самое начало попал. Как мне вот это вот достать? Мне вот сюда как-то надо телепортироваться. И тогда я смогу достать. Да? Наверное. Так, ладно, опять бежим. Нет, меня сразу сюда телепортируют. Это, оказывается, не вода. Так, сохранюсь, а то сейчас... Вот я как должен был до этой допрыгнуть. Ладно, уже я его завалил. Не страшно. Quad damage. Там паучиха! Еще одна! А, блядь! Граната! Где ты? Идите сюда все! Еще один quad damage. Куда он там швыряется? Они забрасывают. Там опять это открылось, круглая фигня. Я в нее попал, она открылась. Рычит.
стану. Так, сохранюсь. Запрыгивай. Ага. Где моя двустволка? Ах, вы такие хитрецы, я понял. Я туда не допрыгну, я сюда допрыгну. Вот и все. А, блин, напугал. Тут больше ничего нету, это не берется. Все, я понял. Сейчас я вас расстреляю потихонечку. Сюда как мне, а к ним туда как-то можно попасть. Сохранюсь. Зараза, ёб твою мать, надо сваливать. Кнопка. Так, я понял, куда я попал. Здесь-то нету, блин, этого. Жизней больше. Не-не-не, все, я не туда пошел. Quad damage. Вот тут же. А я его взял, что ли? Да, я его взял. Так. Блин, как ты в темноте прятался, я тебя не заметил. Так, сохранюсь, и там надо будет паучиху завалить. Эй, тебя завалили уже без меня. Так, я как-то поверху шел. И мне нужно поверху опять идти. Туда мы можем прийти вот через этот проход.
блин, забыл про эту штукенцию. Да ёпта. Опять что ли бежать? Ладно. Как пробежать-то? Я сейчас буду этот кусочек проходить, блин, полчаса. Никаких этих. Мне же надо, блин, как-то попасть на одну из палок, чтобы перепрыгнуть. Да блять. Может быть, конечно, там есть какой-то и другой способ, но я не знаю. Нигде ничего не видел, никаких кнопок, чтобы там что-нибудь вылезло. Зараза. Да ёпта. А чё я, об светильник, что ли, отскочил? А, не, не сюда. Да блин, я же прыгнул. Дебильная, блин, уровень придумали. О, наконец-то сохранюсь. Переломался весь. Сохраниться надо. Удачно я их завалил. Как интересно. Не отсюда. Вот дымыч не хочу пока брать. Что, дверь открыл? Нет, пока брать не буду. Сохранюсь. Thank you.
Ну, вон еще двое. Что за кнопка? Так, он что, их гасит? Звериная это. Там поверху лазит. Нехорошо. Сейчас я тебя аккуратненько завалю. Где ты там? Ничего, и куда мне идти? А, может быть, какая-то дверь вот эта открылась? Точно. А, блин! Схватил квадемыч. Пусть будет так. Водичка. А у меня есть? У меня нету гранат. А, есть гранаты. Как бы самого себя-то не взорвать. Дэмэдж, и кто-то появился. Так. Сдохни. Сохранюсь на всякий пожарный. Тьму ни хрена не видать. Кто это?
Блять. Давай-ка я, интересно, сюда я вообще больше приду или не приду. Возьму quad damage и в портал сохранюсь. Ладно, погнали. Так, а здесь под водой что? Хрен. Я что-то первый раз его когда убил, я не понял, что такое было. Блин, опять я полуживой. Мне нужна аптечка. Вон аптечки там есть. Да сколько раз? Вот аптечка. О, ну, блядь, застрял. Ну что, бесконечно там спавнится? Опять 17 жизней у меня. Твою мать! А? А ты чё, они там действительно что ли спавнятся там? Ключик нужен серебряный. Вон аптечка. Как мне, кстати, наверх туда попасть? Я так не допрыгну. Так, схожу-ка назад, посмотрю, что есть, что где есть. Вот аптечка. Хорошо. Блять. Я что-то не понял, это уровень такой, что бесконечно спавнятся враги. Вот аптечки, аптечки. Прекрасно. Да ёб твою мать. Вот эти двери. Да ёб твою мать. Я же нажимаю прыжок, что за прикол? Эти двери не открылись. По-моему, действительно враги здесь появляются. Вот. Если стоишь на месте или что-то такое. Так, quad damage я здесь взял. Ничего тут нету? Вроде бы нет. Вот, появился. Да и хрен с тобой. Сохранюсь и бегу. Бегу сюда.
Четко. Блять, еще один квад дэмэдж взял. Нахрена? Ключ. Ах ты, зараза, цепанул. А-а-а! Вот это что за придурок был? Так, беру квад дэмэдж и бегу прямо. Нет, возьму гранаты. Бегу прямо. Он туда не пойду. Пойду вот сюда. Вот этого убиваю. Вот этого убиваю. И вот этого убиваю. Этого убиваю. И как раз квад дэмэдж заканчивается. Сохраняюсь. Попади. Так, это невидимость. Нахрена она мне нужна? Квакушка. Угу, понял я, где это. Так, сохранюсь на всякий пожарный. А, блять. Хорошо, что я сохранился. Время-то замедляется. Так, серебряный ключ взял. Я помню, где дверь. Оп, ништяк. Я помню, где дверь. Надо идти туда. Или схожу. Вот этих надо завалить. А, где мои гранаты? Ай-яй! Чуть не попался. Кстати, дверка открыта. Нужен золотой ключик. Я хотел сходить. Да, все правильно, я вот сюда хотел сходить. Там квад дэмэдж есть. Да. Блять, вот он. Хотя нахрена я сюда ходил? Непонятно. Вот здесь я сохранюсь. Вон золотой ключ.
Капец, уровень запутанный. Блять, квакушка. Гранаты. Еще один квад дэмэдж. Сохранюсь. Давай, беру квад дэмэдж и потом ключ. Так я здесь всех завалил. А, нет, не сюда. Сюда. Сюда и вон там. Сохранюсь, по-моему, там что-то было. Кстати, вон в ту дверь я не знаю, как пройти. Не, я же вас убивал. Ништяк, конец уровня. Вот это был муторный уровень. Сохраняюсь. Здесь, да? И, походу, продолжу в следующий раз.